В селе Сырдах через 2 года откроют новый детский сад. Сегодня там установили первую сваю будущего здания. Нынешний детский сад построили в 59 году. За это время он устарел морально и физически, а новое здание строят по программе государственно-частного партнерства. Свои двери он откроет уже в 2019 году. Детский сад на 240 мест полностью покроет потребности села на многие годы вперед. Ну а по словам главы города Якутска Айсена Николаева, администрация столицы намерена и дальше продолжить работу по строительству детских садов в городе и его пригородах. Хотя в основном проблема уже решена за эти годы, когда построено 16 новых детских садов муниципальных, открыто много частных детских садов, но мы все равно должны строить новые детские сады. И в рамках государственно-частного партнерства, в рамках 12 крупных социальных объектов, 5 из них будут крупные детские сады. И кроме того, мы, конечно, продолжим политику выкупа первых этажей на новостройках с тем, чтобы новых строящихся кварталах города Якутска сразу же и проблема по детским садам, она не возникала, а сразу решалась.